Давай начнем с проростков пшеницы. Проростки пшеницы, они улучшают общую работоспособность, естественно, повышают иммунитет. Они нереально вкусные, я их использую в качестве перекуса, они реально утоляют аппетит. И главное, что вы не толстеете, потому что именно когда семена проросшие, минимальное количество углеводов и максимальное количество полезных активных веществ. Итак, пшеница рекомендована при усталости, утомлениях, умственных нагрузках. И думаю, это будет важно для спортсменов и трудоголиков. Они увеличивают работоспособность, увеличивают выносливость, а также дают хорошее самочувствие. Второй вид пищевых проростков, один из самых популярных, это, естественно, семена зеленой гречки. Пророщенная гречка укрепляет иммунитет, нормализует давление, улучшает работу сердца и сосуда. Рутин в составе пророщенной гречки укрепляет стенки сосудов и капилляров. Я думаю, что это будет очень актуально для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Итак, проростки сои – это незаменимый продукт для худеющих людей, потому что проростки сои способствуют выводу лишней воды из организма и, соответственно, лишнего жира. Плюс к этому они нормализуют обмен веществ. Если вы будете их регулярно употреблять во время перекусов, я думаю, что ваш вес пойдет снижаться со скоростью света. Очень рекомендую, они очень вкусные, вкус очень такой нежный. В общем, вы будете есть настоящую природную живую еду. Главное это полюбить и главное найти свой вкус.